Друзья, всем привет! Вы на канале «Делай то, делай это». С вами Ким. И у нас сегодня 72-й день полноценной стройки дома с гаражом. Мы сегодня заканчиваем верховые работы, переходим на водосточку, опускаемся желобами и разбираем леса. Полноценно нам получилось сделать отливы, поставить, закрепить снегодержатели, поставили на воздуховоде конек, и теперь мы переходим уже к первому этажу, где будем собирать кровлю на гараже и козырек на веранде. Сегодня привез такие фитинги пластиковые. Они идут у нас на сборку водосточной системы. Здесь собирается в креплениях, каждая труба у нас 3 метра и собирается через такие фитинги. Так выглядит водосточка у нас. Сейчас обойдем с другой стороны, все это будет видно. Вот мы видим то, что поставили, закрепили колпак на воздуховодах вместе с сеткой, для того, чтобы туда не залетала живность и не гнездилась. Обязательно это надо делать, иначе птицы там устроят гнезда. Установили водосточку по всему периметру. И здесь сейчас продолжим ставить соединитель после разбора лесов. Все пошло по новой в полном ходе. Ну вот, рабочий день подошел к концу. Разобрали леса на кровле гаража, собрали одну яндовую и выпустили от нее стропила. Осталось собрать на второй стороне полностью. Ее установить получилось, а пока выпустили только на крайнюю сторону. Вот день заканчивается, солнышко садится. На сегодня работы мы свои заканчиваем. Все здорово, вновь мы обработали, значит, септиком от горения всю кровельную конструкцию и можем дальше утеплять, значит, там, где собрали стропила, делать пароизоляцию, потом соответственно стелать об решетку. Понятно, посмотрим, как снизу все выглядит. Ну, так у нас выглядит эта конструкция снизу. Осталось яндовый отрезать по уровню, ну и соответственно можно уже будет подшивать подбой и закрывать аккуратненько. Завтра перейдем на веранду также. Думаю, за завтрашний день большую часть работ сделаем по кровле. Также сегодня обработали доску на обрешетку. Ну, здесь у нас с передней части вид такой получается одинаковый, то есть он сочетается вместе с кровлей гаража и, соответственно, входом в дом. Вот такие работы были сделаны за сегодня. Ну а с вами был Ким на канале «Делай то, делай это». Подписывайтесь, кто еще не подписан, ставьте лайки. Всем пока, до скорого.